Я вас приветствую на своем канале. Сегодня готовим зеленые щи, зеленый борщ, зеленый суп. Как хотите, так и называйте. Сварила бульон, он у меня куриный. Я вытаскиваю мясо. Если у вас будет желание, бульон можете процедить. Пусть мясо остывает, и мы его разберем на запчасти. Бульон ставлю на огонь. Картофель выкладываем в бульон, пусть картошка поварится. Нарезаем лук и трем морковь на крупной терке. В сковороду добавляем растительное масло, лук, морковка, специи, что вы хотите, и ставим на огонь пассероваться. Берем щавель, отрезаем ножки. Взяла 4 веточки крапивы, но листья я обрываю. Конечно, мы берем самые молодые, самые хорошие. Смотрите, чтобы вся зелень ваша была не больная, без всяких повреждений. И отправляю к щавелю. И сорвала несколько веточек сныти. На сныти 3 листочка, как вы видите. Попробуйте. Сныть растет как сорняк везде, но очень полезная. Также обрываю листочки и добавляю к зелени. Я делаю перчатки чистые из-за крапивы. Мы зелень моем и нарезаем. Так как крапиву я не обдавала кипятком, буду нарезать так. Поэтому она стрекучая. Картофель варим до полуготовности. Сюда выкладываем пережарку. Кому нельзя есть жареные овощи, добавляете лук, морковку прямо в кастрюлю. Все сварится, тоже будет очень вкусно. Добавляю распотрошенную курицу, если мясо нарезанное кусочками. И доводим до кипения. Пусть поварится минут 5. Добавляю соль, потому что бульон я не солила. Как правило, всегда солят сам бульон, когда варят мясо. 5 минуточек у нас покипело. Выкладываем зелень и сразу же вводим яйцо. Яйцо вводим тонкой струйкой и помешиваем, 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 помешиваем. Сейчас яйцо схватится. И нам нужно довести до кипения. И все, и выключаем. Наши щи уже готовы. Вы видите, какие волокна получаются от яйца? Можно положить яйцо порционное. Вы делите пополам яйцо и кладете каждому в тарелочку. Но такой способ, он удобней. Есть такие кулинары, кто в зеленые щи добавляет чеснок и листья хрена. А когда подача на стол, мы можем посыпать зеленью, майонез, сметану. Предпочтение на ваш вкус и что есть в холодильнике. Все, закипели мои щавельные щи. Все в меру, даже ложка не стоит. На этом все. Пока-пока. Пишите комментарии. Также подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, но пришлите хотя бы смайлик. С вами Валентина.